Я приехал в гости к Селькупам, и да, это очень далеко и очень непросто. Нужно полететь на нескольких самолетах. Ну и долететь на вертолете. Я никогда не видел такого аэропорта. У нас дача выглядит примерно так же. Я столько комаров вообще никогда в жизни не видел. И ликбез по Селькупам. Большая часть людей проживает именно в Красно-Селькупе. Это вот такой маленький город, где живет 3500 человек. Здесь ловят рыбу, ставят сеть. Щука здесь ловится, ну просто на ура. 3 штуки! Обалдеть! Я в самом настоящем селькупском угоде. Чум, бескрайние озера. На селькупском столе всегда есть щучьи котлеты, рыба в кляре, ну и, конечно, селькупский хлеб. Вкус действительно необычный. Это просто сказка. Живут селькупы среди потрясающей северной природы и очень необычных достопримечательностей. Просто идешь по лесу и бац, паровоз, да еще ездит. Поезда-то немецкие, между прочим. Поезда-то? Поезда. Причем поезд 1905 года. На Петербург!